Давайте обсудим, какой суммой я могу загладить вину. Манекен! Фу! Вы мне что, деньги предлагали за то, что сбили живого человека? Ага. Город меня знает не по должности, а по делам. Я вам бабки выбивал на фасад. Ага, здрасте, это благодаря вам. Фрески конца 19 века. Под штукатурку замуровали. Ну, неплохо получилось. Мне вообще вся эта шушера с культурой ехала-болела. Ну и все, приехала и отболела, как ты сказал. Что-то я не догоняю, меня уволили, что ли? Или хотят уволить? Мишелка, ты куда? На учебу. Куда? Мне нужны занятия по культуре. Ну, чистые азы, литература, то, театр, все. Это вообще нереально. Искусство – это про чувства, про боль, про эмпатию. Про что? Вы прочтете пьесу в Доме музея Чехова. Я очень надеюсь, что вам удастся прочувствовать всю тоску. Ну да, 65 страниц, тоску почувствую. Искусство прошлого, настоящего. Это все про одно, про чувства. Это сосны Пастернака. Чувствуете что-нибудь? Да. Слушай, какую здесь офигенную можно дачу замострячить? Поэты так не пишут. А ты поэт? Нет. Ну а ты чего рубишься за то, чего не знаешь? Балет. Это вершина искусства. Здесь, не говоря ни слова, воздействует на ваше сердце, на ваши чувства. А как понять-то? Танец и танец, пляж и пляж. Они все говорят. Просто жестами. Это что такое? Ну, погружаюсь в атмосферу. Ты что, меня ревнуешь, что ли? Я? Да! Вас? Георгий Павлович, напиши мне стих. 100 000. Деньги – это инструмент дьявола. А я не боюсь. Я все понял! Искусство помогает обманывать людей, заставлять их чувствовать то, что тебе нужно, и делать выбор. А, кайф же! Сейчас вернем должность. Сейчас мы увар строить будем! Круто! О, поддержка секс-меньшинств в клубке непонимания общества. Тема, конечно, ушла, но это сильно. Виктор Александрович, это что, пропаганда этих? У нас в России радуга. Это радуга! Все слышали? Радуга – это радуга!